Приветствую вас и какого-либо отдельного определенного аспекта объяснения поведению девушки нет. Хотя бы потому, что она сама, скорее всего, не до конца отдает себе отчет в том, почему поступила именно так. Но если человек говорит, что разлюбил вас, при этом все было хорошо, то можно назвать две главные причины, по которым так она могла сказать. Первая причина в том, что поскольку ей сейчас 18, встречались вы 2 года, то начали вы встречаться, когда она была еще ребенком. Фактически подростком. 18 лет человек становится более-менее взрослым за 2 года. У девушек происходит довольно серьезный скачок зрелости. И вполне вероятно, что за эти 2 года она изменилась. Из подростка став взрослой, и поменялись ее ценности, приоритеты, взгляды, желания, стремления и так далее. И если раньше то, что казалось ей прекрасным, восхитительным и правильным, сейчас таковыми качествами не обладает. Точнее, обладает-то обладает. Но привлекает ее уже не так сильно. Не так сильно вызывает эмоции у нее. То есть, первая причина – это возрастной аспект. Вторая причина заключается в том, что человек просто разлюбил. Ну, вот так бывает, что человек влюбляется, любит, а потом чувство уходит. Если девушка поняла, что вас больше не любит, чувств у нее к вам не осталось, да и к тому же влюбилась в другого, то есть поняла, что либо к вам чувства были неискренни, либо другого она полюбила настоящей любовью, а к вам была лишь влюбленность. Но факт тот, что ее чувственный фон, он изменился. Он стал другим. Он не такой, как был раньше. И на это вы никак, ну никак не могли повлиять. Что бы вы ни делали, вы-то оставались с собой. Девушка, к вам-то у вас, к вам-то у девочки претензий нет никаких, значит, она понимает, что вы как были тем мужчиной, которого она любила, так вы ей и остались. Но изменилась она, и эти изменения происходили естественным образом. Можно еще много привести пример, привести примеров того, почему она могла так сказать. И эксперты, я думаю, с этой задачей справиться. Суть в том, что вы действительно не сделали ничего дурного. Это просто изменилась девушка. Так бывает, что люди меняются, а люди меняются таким образом в паре, что один человек как-то вот претерпевает изменения, взрослеет, проходит процесс становления, а другой остается тем же. И когда человек проходит процесс взросления и становления, то, что было ему интересно ранее, уже таковым не является. И вам нужно принять этот факт. Принять тот факт, что девушка сама по себе изменилась. И это хорошо, что она призналась вам честно. Это хорошо, что у нее хватило благородства, понимания, зрелости, честно вам сказать, что вы не виноват, и она действительно ощущает свою вину. Хотя в действительности, как ни парадоксально, виновата не она. Здесь вообще никто не виноват. Потому что это жизнь. Это естественное развитие жизни. То, что с ней произошло. И вам остается лишь только, если вы ее любите, принять, пожелать счастья и жить дальше. Конечно, вам тяжело, я понимаю, но выбора у вас, по сути, нет.
Девушка стала другой. И эта другая вряд ли бы вам подошла в долгосрочной перспективе. Вы бы поняли в будущем, что как-то человек уже не тот, которого вы любили. И это действительно уже другой человек. А другой человек не является тем, кого вы любите. И получается, что любите вы не ее как таковую, а образ ее, который был, когда вы начали встречаться. А сейчас она совершенно другой человек. И образ существует у вас в сознании. А значит, лишен материального и реального подтверждения. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Помогу. Если вам понравился мой ответ, сделайте его лучшим. Буду благодарен.